Инопланетный союз. Ночь на Хэллоуин. Часть 2. Написал и озвучил Грегори Маэстро. Натали, одетая в костюм фэнтезийной ведьмы, ждет Ника и других. Привет, Натали. Это тот клуб, о котором говорил Джон? Да, он тоже за нас заплатил. Вот только он никак не приедет. А вот Джонни! Из машины выходит Джон, изображая персонажа из книги «Сияние» Стивена Кинга. Из машины выходит Кейт, изображая привидение. Расти Грин, одетый как Франкенштейн. И Моника Ричардс, одетая словно антропоморфная кошка. Ну что, оторвемся по полной в этот Хэллоуин? Не выходит Джон из образа. Шестерка собирается в круг и, положив руки в центр, кричат «Да!». В клубе люди, одетые в разные костюмы, танцевали под музыку, которую миксовал диджей. Некоторые стояли у бара, а некоторые ели еду из фуршета. Я так полагаю, оторвемся мы по полной, до самого дня. Все шестеро наслаждаются обстановкой в клубе. Николас в костюме Слендермена подходит к Кейт. «У меня есть на тебя планы, Кейт», – проговорила Ник искаженным голосом за ее спиной. «Николас, перестань!» Кейт, оскорбленная шуткой Ника, уходит в дамскую комнату. «Николас, у тебя хотя бы есть чувство меры?» На Хэллоуин все же друг другу пугают. «Да, но не по 100 раз так же делать! Вот как только Кейт вернется, извинись перед ней!» Спустя какое-то время диджей начинает кашлять, а через кашель раздается волчье повывание. Диджей, несмотря на кашель, продолжает миксовать. Спустя какое-то время, после кашля, диджей начал резко подергиваться. Люди не обращали внимания на странное поведение диджея, считая это должным в праздник всех ужасов. «С диджеем что-то не так», – обращает внимание Моника. «Моника, говори погромче! Не слышно из-за музыки!» Диджей, упав, задевает считывающую иголку пластинки. «Эй, верни музыку! Праздник еще не закончился!» Негодовал мужчина в костюме вампира из Носферату. Один из посетителей решает подойти к бессознательному диджею и оказать ему первую медицинскую помощь. Подойдя к диджею, посетитель замечает, что его рука покрыта густым мехом. Запаниковавший посетитель отбегает от диджея. Диджей начинает биться в конвульсиях, а тело начинает подвергаться метаморфозам. «Я пришла!» – возвращается Кейт. «А где музыка? Что с диджеем?» На глазах у посетителей шестерки диджей обращается в оборотня. Завыл диджей-оборотень и начал нападать на людей. «Омникласы! Быстро!» – прокричал Ник, активируя свой омникласс под рукавом пиджака. Продолжение следует. Если вам нравится такой формат, подписывайтесь на канал и ставьте лайки и комментируйте.